Всем привет, с вами портал Гохару, и сегодня мы поговорим о старте весеннего сплита континентальной лиги. На прошлых выходных прошли первые игры, все команды отыграли по несколько матчей, и учитывая, что у нас уже вырисовалась кое-какая ситуация, понятная в рейтинговой таблице, можно поговорить о уровне подготовки каждой из команд к своим первым играм. Со мной сегодня Эш, он поможет мне разобраться в этом вопросе, и я предлагаю начать самых низов рейтинговой таблицы с команды Team Just. Эш, что ты можешь сказать по поводу их игры? Ну, во-первых, достаточно неожиданно увидеть было Team Just именно на последней строчке данной таблицы. Все-таки многие ставили как минимум в середину турнирной таблицы по итогам первого сплита, да, весеннего. Но, судя по всему, изменения в составе, добавление первых двух легионеров нехорошо сказались на команде. Например, лесник команды Таики явно еще не нашел свою игру. Совершал несколько странных мувов. Вот, но команда есть потенциал, у них очень сильный ботлайн. У них потенциально неплохие все-таки легионеры. Поэтому я думаю, ситуация изменится. Тем более им не повезло с турнирной таблицей. Они встретились против Гамбитов и Драгонарми, двух очень сильных команд. Ну и Рокс, который тоже, возможно, будет в итоге где-то наверху. Да, так. Многие ставят команду Рокс на топ-3, поэтому неудивительно, что для джестов эта неделя была сложной. Более того, в их защиту могу сказать, что их игра против Гамбит выглядела очень близкой, и мне кажется, что им не хватило совсем немного опыта и напорства, веры в себя для того, чтобы закончить эту неделю хотя бы со счетом 1-2. Ну, там конкретно лесник ошибся, он должен был допушить топ, вместо этого он протонулся, и возможно он рассчитывал, что крипы добьют, но там у вышки осталось буквально 10 хп, то есть парню не повезло. Ты, наверное, вот. Имел в виду Топера, да, я сказал. Нет? Не суть. Сори. Вот. Ну и еще нельзя в СНГ-лигах говорить, что у вас в команде начинается новая эра. Это не к добру. Плохой знак. Ладно, давай не будем надолго зацикливаться на них. Перейдем к Elements Pro Gaming. Они имеют такой же счет, как и Team Just. 0-3. У них неделя без единой победы. Но при этом, мне кажется, что их ситуация выглядит чуть-чуть более плачевно, чем у джестов, поскольку их игры такие были совсем невнятные. И несмотря на отдельно неплохой перформанс игроков, все равно они были очень и очень далеки от побед. Ну, тут да, тут, судя по всему, в то время как Team Just можно объяснить, почему они проиграли, да, у них были серьезные соперники, то в случае с Elements Pro Gaming ребята просто плохо играли. С другой стороны, они вроде как не особо унывают, да, Арчи там у себя пустят, что они, типа, не ссорятся, у них все хорошо, и, возможно, они смогут как-то прогрессировать, но да, пока что это главный претендент на вылет из лиги. Ну, на relegation. Ну, пока рано об этом говорить, и стоит сказать, что прежде всего команда собиралась для участия в Лиге претендентов, а не в континентальной лиге, так что, мне кажется, им еще нужно адаптироваться к новому уровню, на котором они играют. Но в целом я в эту команду верю, поднимаю собак и все такое, потому что мне очень хочется, чтобы игроки, которые недавно блистали, совсем недавно, там, Арчи, которого мы видели пару лет назад, Оихару, который очень давно был около профессиональной лиги, но никогда в нее не попадал, постоянно стоял на заменах. Мне кажется, что они должны засветиться. Тем более, что у них есть такой мидлейнер, как дробовик 1-2-3. Но, с одной стороны, да, с другой стороны, смотришь на их расписание на следующую неделю. Рокс, Гамбит. Вот единственное, что они должны обыграть Team Just. Если они хотят закрепиться хоть как-то, хоть что-то показать, они должны обыграть Team Just. Потому что если они опять проигрывают 3 матча, то как бы ты ни играл, дальше будет очень тяжело. Хотя бы, там, не знаю, о плей-офф можно будет вообще, наверное, забыть, а чтобы хоть как-то не попасть в relegation, то это надо будет, ну, очень сильно постараться. Слушай, а что насчет твоей Викис Спортс? Они недалеко ушли от двух предыдущих команд, в их копилке всего лишь одна победа и 2 поражения. В этом составе собралась тройка из Лиги претендентов, которые играли в команде Trixters. Это Ипон, Лекс, Димонка — это достаточно сыгранная такая, сыгранный костяк, который уже немало времени поиграл вместе. А что уж говорить о Лексе и Димонке, которые вместе прошли огромный путь. И для них это такое возвращение, мне кажется, очень важное. Ну, это возвращение, да, и скорее всего это у них там, как правильно Лекс говорил в одном из своих интервью, что это один из последних их шансов, ну,
как минимум для Алекса, закрепиться в LCL. С другой стороны, они выиграли только против LMS Pro Gaming, что как бы ни о чем не говорит. Вот, и проиграли недостаточно сильные Vega Squadron и M19, потому что, ну, M19 чуть сейчас послабее, чем в прошлом сезоне были. Вот, скорее всего, это будут сернячки, но, возможно, они... у них есть гигантский потенциал для развития все-таки. Ну, как утверждает сама команда, я читала социальные сети Димонка, он писал о том, что они не очень хорошо были подготовлены к первой неделе, и о том, что это чисто их вина исключительно, и они с большим усилием подойдут к следующей неделе, и что первая неделя не показатель их формы, и их таланта, их умений. Я согласен, но действительно команда на бумаге выглядит достаточно, ну, перспективно для нашего региона, но с другой стороны, сезон очень короткий, и если типа первая неделя не показатель, вторая не подготовились, то там уже можно начинать забывать о плей-офф. А я думаю, Вайвиктис просто хотят именно в плей-офф оказаться по итогам весеннего сплита. Я думаю, что каждая команда этого бы как минимум хотела, но да. Что насчет М19? М19 показали неплохой результат, у них две победы на одно поражение, поражение у них от команды Гамбит, и две победы, которые они получили, были достаточно уверенные. Ну, опять-таки, одна из этих побед против LMS Pro Gaming, вот, это как бы матч, в котором они обязаны были забирать очки. С другой стороны, против Гамбит они были, ну, совсем плохи. То есть против Гамбит это был действительно стомп. Если бы Гамбиты не начали троллить и аркадить в самом конце, то это был бы совсем жесткий стомп. То есть да, там состав, счет, по-моему, итоговый 11-11, но ну, в реальности это был реально стомп. Да, ребята очень много говорили о том, что на них сильно повлияла там пауза, там, длительный перерыв, откат времени и все такое, но, ребята, вы профессионалы, у вас Смурф участник чемпионата мира, у вас Винсент Вега, по-моему, ездил куда-то, да, с ними или нет? Возможно, нет. У вас Сантос и Криокс точно ездили с Virtus.pro на MSI. То есть, если на... у вас не должны влиять как бы паузы на ваш перформанс в дальнейшем. Ну, тем у них более... есть новичок, Номанс, все-таки на это тоже нужно делать скидку. Да, а Номанс там, по-моему, меньше всех тилтовал. Ладно, ну, в том, что... Ну, вот, кстати, надо я забыть с тобой об чуть-чуть не оправданиях. Соглашусь по поводу их игры с командой Гамбит. Поскольку ты говоришь, что это был однозначный стомп, но на фоне других команд, которые играли в одни ворота, я могу сказать, что М19 все равно не терялись, и они играли очень инициативно даже из отставания. При этом все их какие-то идеи, или, возможно, это были заготовки до игры сделанные, они были очень неплохо продуманы, просто у них их как-то у них была реализация идея. Подвела. У них была куча такое идей. Ощущение, что, такое ощущение, что у них был план. Вот мы сделаем телепорт вот на топ перед матчем, да, они такие, вот у нас есть такой трюк, короче. А потом там пикается гампланк, который просто ультует в крипов и убивает всю волну. Они такие, а против гампланка не работает. Вот. Ну и как бы, я не знаю. Да, действительно, команда показала хорошую игру в остальных двух матчах, но против гамбит действительно смотрелись плохо. Но я верю в то, что Му, все-таки ветеран-тренер, плюс сами игроки опытные, скорее всего, это будет все равно претендент на топ-3. По итогам лиги. Раз уж мы упомянули с тобой Gambit Esports, то давай теперь скажем и о них. У них счет 2-1, одно поражение. И я скажу, что там и игра против Team Just была тоже очень близкая. Это могло стать еще одним поражением. И Gambit чуть ли не основное разочарование на первой неделе континентальной лиги, поскольку уверенная победа у них была только против команды М19. Но тут, да, действительно расстраивает, потому что все-таки такие, ну, почти все аналитики ставили гамбитов на прям точно первое место, все такое, а в матче против Роксов там как раз-таки был полустомп в другую сторону. То есть в то время как гамбитов, ну, мне кажется, все-таки стомпнули М19, Роксы так неплохо так стомпнули гамбитов. И Team Just тоже могли выиграть, если бы не начали ошибаться очень глупо. Вот, ну и там опыта у них было побольше. Гамбит как бы это не та команда, которая претендует просто на победу в сезоне. Гамбит это, наверное, главная надежда региона, то, что мы что-то покажем на международной сцене. И пока что, ну, не выглядит. Нет уверенности в них. Вот, но с другой стороны, Смурф писал, что они знают даже об ошибках, там, используют какие-то не до конца продуманные пики. Ну, не Смурф, а стажер. Используют не до конца продуманные пики, используют... недостаточно натренированные
стратегии, и, возможно, все-таки они смогут это пофиксить, и в следующей неделе они представят лучше. Ну да, стоит еще упомянуть то, что команда все-таки перестраивает свой игровой стиль, поскольку у них на прошлом чемпионате мира дела пошли не очень хорошо. Разумеется, то, что сейчас нужно команде меняться, и любые изменения не проходят гладко. Поэтому, возможно, когда они придут к чему-то единому, найдут свою игру и новое русло, то результаты изменятся. Кстати, на следующей неделе у них не очень-то сильные соперники, за исключением Dragon Army. Вот мне кажется, ключевым противостоянием следующей недели это как раз-таки будет игра Gambit против Dragon Army, и она все-таки расставит по своим местам. Да, это будет очень интересный матч. Мне кажется, ни в коем случае нельзя пропускать. Будет, наверное, самый интересный матч субботы, надеюсь. Вот очередным, кстати, удивлением для меня стала команда Рокс. Кто-то ее ставил в конец, кто-то ее ставил наоборот вверх турнирной таблицы. Говорили, что это тир-1 команда, кто-то говорил, что это команда уровня релегейшена. Но результаты говорят сами за себя. Две победы, одно поражение у команды Рокс. И единственный квадрокилл у гаджета за первую неделю. Он просто чьи-то прогнозы, по-моему, взорвал. Что скажешь по поводу их игр? Во-первых, хочу сказать гаджету большое спасибо за то, что он оправдал мой прогноз на А мой нет. квадрокилл. Вот, но не знаю, кто мог поставить их на релегейшены, потому что команда потенциально очень сильна, у них есть опытный лесник Занзарах, да, у них есть блиставшие в Лиге Претендентов гаджет и неплохие легионеры, тем более Экон неплохую игру показывал в прошлом сезоне. Ну, нельзя сказать, что он был там прям человеком, который тащил свою команду, но он был Но он не был очень хорош. вагоном. Да. Да, на Вот. Эко При многие этом возлагают надежды. Киро, он очень даже неплохо переиграл на миду, то есть показал. Ну, Киро считается как раз самым надежным мидлейнером в СНГ, да, но Эко показал, что это не всегда так. Вот. Я считаю, что эта команда вполне может быть в топе по итогам сезона. Мне кажется, для того, чтобы она была в топе, нужно все-таки, чтобы Занза играл все свои игры ровно, поскольку на этой неделе не каждая его игра была одинаково хороша. То есть, если там в первый день его влияние на игру было такое сомнительное, там его первый Скарнер, ну, скажем так, вроде как и был, а вроде как и не был, то его Скарнер в воскресенье, наоборот, создавал огромное давление на всю карту. И вот если у него будет каждая игра такая, как была в воскресенье, я думаю, что у команды проблем не должно возникнуть при их нынешней форме. Ну и да, мне очень нравится их еще ботлейн, который очень уверенно играл против гамбитов. Да, Вполне да, да. высокий потенциал. На втором месте Вега со счетом тоже 2-1. И что можешь сказать по поводу Веги? Меня они лично приятно удивили, меня очень приятно удивил Панишер, несмотря на его далеко идущую славу человека, который тянет команду в релегейшены. Он, напротив, хорошо отыграл эту неделю. Стил Нашора, который мне запомнился, плюс Артур Скэш, мое сердце тоже горячо болеет за него. Я рада таким результатам и тем, как они себя показали на этой неделе. Но я лично считаю, что еще рано говорить об их силе. То есть из всех команд, которые остались в топ, наверное, 3, да, Вега, наверное, самая необстрелянная в том отношении, что они играли против Elements Pro Gaming и играли против Aevix, у которых большие проблемы. Вот. При этом в матче против Dragon Army, если я правильно помню, мидлейнер Dragon Army достаточно неплохо поиздевался над паранойей. Вот. Но в остальном, теоретически команда сильная, но опять-таки смогут ли они сыграться? Скэш должен быть очень злой против предыдущего сезона и плохих результатов в нем. Вот. Оптимас и в прошлом сезоне показал достаточно интересную, ну, солидную игру. Паранойя так вообще Virtus.pro на MSI съездил. А Punisher прогрессирует. И Но смогут ли купил они себе сыграться? еще одну игрушку для улучшения своих результатов. Ты видел? Kindred. Нет, не видел, но надеюсь, ему они действительно И помогают. он сказал, для Punisher. новых побед нужны новые талисманы. Так что черпай. Слушай, ну я тоже взглянула на их расписание на следующей неделе. Я бы сказала, что оно очень жесткое. У них игра против М19, игра против Гамбит. И единственная игра, которая, скажем так, не такая страшная, но все равно на ней нельзя расслабляться. Это игра против Team Just в воскресенье. Мне кажется, вот это будет показателем, то, как они Ну а проведут еще и следующую раксы. неделю.
А, нет, с уже до 4 февраля. Ну да, я думаю, после следующей недели, если можно поставить какие-то точки над «и» в отношении Веги. Ну и как очередное удивление лично для меня, приятное удивление, это Dragon Army, которые просто катком по всем прошлись, у них были хорошие игры, у них счет 3-0, и сейчас это такой единоличный лидер в турнирной таблице. И что ты можешь сказать? Я знаю, что у тебя тоже теплое отношение к этому составу. Ну, мне, во-первых, нравится то, что ребята, которые играли в прошлом сезоне в Team Just, смогли найти себе новую команду, которая, наверное, условия будут получше, чем предыдущие их условия. Вот. Тем более к ним присоединились присоединился Прескарнет, который уже играл до этого с Сибоем в одной команде. Кофиш говорит, что он собрал просто все, что хотел, и что это прям лучший из лучших, кого он мог набрать, да? Ну, перерыв ресурсами организации, наверное. Жесткий Макс один из самых интересных молодых саппортов лиги, наверное. Прескарнет показал себя достаточно неплохо. Да, ему не банили Талию, что достаточно странно, и, наверное, ему дали Ариану, что достаточно странный вариант против игрока, который типа, известен почти как вантрик этих двух героев, да. Но он показал очень солидную игру, он неплохо держался и против Паранойи, и против остальных мидлейнеров, и вообще играл неплохие, давал за Ариану стяжки. Еще мне очень нравится то, что Dragon Army, в отличие от других организаций, ведут активную деятельность в отношении продвижения своей команды, да, там появление Социальные сети, фан-базы, да. социальные сети, какой-то контент. Я бы сказал, что ни одна другая команда так не работает, как работает Dragon Army. Достаточно интересный состав, я надеюсь, они действительно, это не просто как бы, как в прошлом году Team Just, по-моему, они там вначале чуть повыиграли, а потом опять просели. Я надеюсь, что у команды большое будущее, потому что пока выглядит очень интересный микс молодых европейцев и молодых СНГ игроков. Кстати, интервью с Кайфишем должно у нас появиться на этой неделе на сайте с тренером Dragon Army. Да, так что заглядывайте на Коха.ру, проверяйте. Это не единственные материалы, которые появляются по континентальной лиге. Постоянно будут интервью с самыми горячими личностями LCL, с игроками, с тренерами и просто материалы по прошедшим неделям. Вот. А я со всеми прощаюсь. Эш, тебе большое спасибо за мнение, за твой взгляд на прошлые выходные. Было Скажешь приятно слово? поговорить. Конечно, было приятно поговорить, и надеюсь, у нас такие выходы, ну, выходить такие видео будут постоянно. Всем спасибо. Сорян за бронзовую аналитику. Увидимся на следующей неделе.